Вот, Ася подала голос в поддержку Татоши. Там за забором идут собачки, один мальчик. А Ася уже не знает, наверное. А, все понятно, на какого мальчика Татоша гавкает. Он постоянно. Сейчас этого мальчика отпустят, и он побежит гулять по лесу. О, Ася-то как возмущается. Да вообще, скажи, что ты тут ходите и ходите. Татошу моего нервируете. Татоша, ну хорош, иди сюда. Вы лучше между собой побегайте. Ася аж на лапку. Замерзла лапка. У нее, наверное, там снег налип. Ася, то ты молодец. Ну все, в поддержку крупнолохматых животных ты выступила сегодня. Отдала свой голос. Иди сюда, крупнолохматая скотина. Татоша, иди сюда. Ну, сегодня у нас неподвижный получился ролик, а с озвучкой. Вон они там. Татоша, иди сюда. Ася, Ася. Ну? Не могу я. Ну, буду снимать, буду. Ася, голос. О, бежим, бежим. А, здрасте, там еще наши знакомые боцманы идут. Боцман там идет на прогулку. Татоша на него. С Новым годом! С Новым годом, со всеми делами. А мы тут гуляем и гавкаем на всех. Ну-ка. А где Ася-то? Ася где? Где Ася? Во. Ну давай, Татоша. Она Ася. Уже боится. Она ты боишься? Так, вон... нечего подбирать фантики. Ой, Ася, Ася. Как ты его? Я найду эти ролики. Мы сравним ваше прошлое и настоящее. Сегодня будет длиннющий ролик, наверное. До свидания. Вот такие у нас дела. Сегодня 15 января 2022 года. Ну, давай, и поиграй с девочкой. Не надо, нет, ты девочку перепутал. Ну-ка, давай. Давай, ну. Ася, Татоша. А вон это, ему надо, чтобы его потискали. Он подлиза, он подлиза. Вон его там. А он довольный, довольный. Ася тогда не может так его потискать. Все, понеслись. Все, душа в рай. Асенька. Ну, бедный, не обращает он на тебя внимания. Ну, давай я тебя потискаю. Ну, вот так, вот так, вот папа. Папа. Папа Асеньку почешет. Спинку почешет. А давай вот здесь вот. Вот здесь вот. Татоша любит. О, хвостик. Ну, вот. Ну, верхом на него и покаталась. Да, а как ты в детстве-то на него верхом? Как он от тебя, бедный, плакал? Говорит, папа, забери меня от Аси. Особенно, когда мы домой возвращались, никогда не забуду. Он прямо бегом. Во, во, давай, давай, вот, отлично. Ну все, наверное, сейчас что-нибудь будет. А, Асенька, давай. Нет, сейчас идет обычное пожирание снега. Ну, тормоза. Вот Татоша у нас опять. Ася ушла. Там идут вдалеке мальчик-собачка. И Татоша оторвался, гавкает. Папа бросил ему красный апельсин. Сейчас он догавкает, выпустит, как говорится, пар. Татоша, нельзя! Не будет играть с мячиком. А папа присел на пятую точку и будет отдыхать. Ладно, намонтируем, что получится. И достанем из архива архивные приключения Аси и Татоши. Иди, иди играй. Татоша сегодня что-то на сторону смотрит. Секьюрити работает. Ладно, всех с наступившими старыми, новыми годами, Рождеством. И будем ждать теперь китайский Новый год 1 февраля. Ну и все. А дальше будем жить и ждать следующий год. Следующий год. Год кролика. Это папин год. Надеюсь, он его дождется. Всем пока.